Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Яна. Яночка, да? Вот у Яночки трое детей, она живет с мужем. К сожалению, вот наш муж, он инвалид. Александр его зовут. У него не работает рука, и сам он по частям собран и попал в автомобильную аварию. Вот наша многодетная семья живет на Лидевке. Здесь были очень частые прилеты, и здесь, наверное, было громко, да? Да, особенно вчера было. Вчера? Вчера, да, прям видно было, как вот, ну, тут у нас с поля, и видно, как огоньки летали. Ну, это было часов, наверное, 9. И довольно-таки долго, наверное, это было. А когда были сильные обстрелы, сюда прилетали, что ли? Да, прилетали. Ну, мимо нас летали, повреждения у нас тут есть, ну, на соседних, то есть и тут ложилось недалеко. То есть все это мы ощущаем и ощущали. У них вот такой маленький ребеночек. Сегодня мы приехали их проведать. Почему? Потому что ну, очень трудно жить практически на линии фронта людям, а еще многодетной семье с такими маленькими детками. Они заболели, простуда у вас, да? Да, у вас у всех троих. Да, и вот сегодня благодаря Юлии Файн мы приехали, привезли вот здесь продукты. Ой, спасибо большое вам. Хоть как-то Юлии. поддержать. Спасибо огромное. Юлечка, спасибо огромное. Спасибо всем Юлии. Ребятам за то, что помогаете, потому что мы помогаем исключительно людям, нуждающимся в нашей помощи, без спасибо которой большое. Очень и очень трудно им выжить. Конечно. Если бы у нас не было нужды, мы бы вам, наверное, не обращались. То есть, как бы. Ну ничего, мы вас не забываем. Спасибо будет вам трудно, большое. И мы еще заедем. Ну, спасибо вам большое. Всего хорошего. Спасибо большое. Говори. До свидания. Не стесняйся. Говори спасибо. Спасибо. Я не заспал. Муж не говорит. А вы говори спасибо. Спасибо. Да, он болеет. Мы только проснулись просто, мы спали. Да? Да. Поэтому они еще не очень как бы это... Сонные, да. Спасибо, друзья, вам за вашу помощь. И вам спасибо.